Самое время выводить на улицы родительский патруль. Сегодня этот вопрос обсуждают жители дачных обществ в пригороде Сыктывкара. В соседней находке, которая территориально относится к Выльгороду, но граничит самым крупным сыктывкарским дачным массивом, волки в очередной раз загрызли собаку. Причем орудовали хищники нагло, прямо под окнами жилых домов. Следы нападения до сих пор остаются на одном из проездов находки. Одна из местных жительниц обнаружила их во время обычной прогулки со своей собакой. Активисты-дачники уже обратились к соседям с просьбой прятать домашних питомцев и не привлекать серых хищников легкой добычей. Первый раз собаку спасли, отбили. Все равно она попалась. Соответственно, товарищи, волки у нас бродят и совсем рядом с нами. Ай, кошмар. В свою очередь, сыктывкарские власти обратились к горожанам с просьбой оперативно сообщать обо всех случаях выходов диких животных. С начала года в единую диспетчерскую службу от сыктывкарцев поступило 4 сигнала, хотя в соцсетях сообщений о якобы следах хищников гораздо больше.